Благодаря работе орловских поисковиков еще одним безымянным солдатом в России стало меньше. Напомним, в поселке Верховье было обнаружено воинское захоронение времен Второй мировой. Поисковый отряд из Орла в течение 4 дней работал на месте находки. Им удалось поднять почти 6 десятков бойцов, а также было найдено 17 солдатских медальонов. К сожалению, большая их часть была повреждена, и никакой информации из них узнать не удалось. Из тех же, которые более-менее сохранились, получилось прочесть пока только один. Из медальона мы установили то, что принадлежит он уроженцу села Тележинцы Киевской области 1922 года рождения, Спасибову Ивану Ефимовичу. Мы уже установили то, что село на самом деле сейчас существует, село достаточно большое, вот сейчас ищем контакты с сельским поселением. Теперь поисковикам предстоит поработать в архивах, чтобы узнать более подробную информацию о бойце, а также заняться поиском родных и близких погибшего воина.